Питер! Майлз, закончил с делами? Да. Теперь я понимаю, почему они важны, но слушай. Я взглянул на те эжекторы у тебя в сумке. Они для меня? Только когда ты будешь готов. А почему ты рылся в моей сумке? Она была открыта, и они были на виду. Типа, я просто... Люди кувалды прижали агента Соболя. Не очень-то честная схватка. Надо уравнять шансы. Научил бы ты меня этим трюкам. Да, здесь особо нечему учиться. Я просто стараюсь не подставляться под пули. Но я твой должник. А что им было нужно? Это гуманитарный груз, идет в Симкарию. Ты ведь слышал, что там? Что-то вроде гражданской войны. Точно. Но они напали на меня и украли большую часть. Куда они его дели, я не знаю. Я попробую поискать и сообщу, если что. Рад встрече... Дэвид. Дэвид Абадеми. Паук. Человек-паук. Ну, в моей голове это звучало не так глупо. Алло, МДжей? Питер, отправляйся в Сохо. У меня для тебя есть зацепка. Мой тюремный источник сообщил, что ребята кувалды часто торчат в одной пиццерии. Может, ты сможешь их отследить и разузнать, где склады кувалды? Знаешь, я иногда мечтаю, чтобы мы звонили друг другу и просто рассказывали о наших делах, как обычные люди. Ладно. Так, как твои дела, милый? Ну, Соболь и я поймали пару негодяев. Значит, вы все же команда. Ну, в теории. Вам надо как-то договориться. Кувалда слишком силен для вас по отдельности. Мой источник также сообщил, что кувалда использует проект Олимп, чтобы еще сильнее улучшить себя. Сильнее? Да он и так просто ходячий там. Вот и я о том. Если не вы двое, то его уже никто не остановит. Внимание, вооруженные налетчики захватили цистерну с опасным веществом. Слишком много народу. Мне не удастся подойти ближе, выглядя вот так. Надо бы снять костюм. Вот, теперь я обыкновенный горожанин. Кажется, это место получило звездный отзыв в Бьюгл на той неделе. Вот народу и много. Это твой или мой? Мой. Да, чего? Ладно, скажи, мы уже едем. Эй, пошли. Нужно кое-что сделать для Тони. Сейчас? Но мы уже почти первые. Знаю, знаю. Но что делать? Нужно сделать кое-что для Тони? Это точно люди кувалды. Надо проследить. Но издали. Так что Тони опять понадобилось? Ноутбук достать. Он его в машине забыл. Серьезно? А какого хрена он сам не может сходить? Надо сделать что-то более важное для босса. На нами что, хвост? Спокойно, спокойно. Вроде нет. А где сейчас босс вообще? Не в курсе. Но Тони должен знать. Он у босса на примете. Долбаный Тони. Это я должен быть у босса на примете, а не он. Ага, ну да. Эй, ты этого парня не знаешь? А, кто-то запустил видео с котиками. Надо его срочно посмотреть. Да все они сейчас одинаковые. Он еще помог боссу придумать ловушку для той девки, Соболь. Ага, черта с два она сработает. Не знаю, по мне так хороший план. Если поймаем ее, то получим остальное ее добро. Теперь ты на стороне Тони? Все с тобой ясно. Слушай.
Слушай, мне тут надо переговорить. Подержи народ подальше пару минут. Ага. Блин, долбаный Тони. Нужно подобраться, чтобы услышать разговор. Если я не могу просто подойти, то, может, сверху выйдет? Нужно спрятаться. Нельзя лазать по стенам у всех на виду. Меня никто не видит. Теперь можно лезть на крышу. Меня никто не видит. Теперь можно лезть на крышу. Я бы мог зависнуть над ними и подслушать. Надо добраться до переулка. Меня никто не видит. Теперь можно лезть на крышу. Клянусь надгробием матери, он думает, что первый в очереди. Ха! В очереди почистить мне обувь скорее. Ага, тот и оно. В общем, Тони нужен его ноутбук. Видимо, там какие-то важные вещи на нем. Естественно. Мы ее на C3 поставили. Место C3? Если я заполучу ноутбук Тони, это может помочь найти кувалду. Спасибо. О, очень увлекательная беседа, но с меня хватит. Человек-паук, вали его! Ты покойник! Где же этот ноутбук? Здравствуй, ноутбук Тони. Посмотрим, смогу ли я в него влезть. Та-дам! Ага, у него есть приложение «Найти мой телефон». Посмотрим, где ты, Тони. Привет, милая, как ты? В делах. По уши в информации о Симкарии. Тогда я по-быстрому. Зацепка была правильной. Я сейчас на пути к одному из воротил кувалды. Если кто и знает, где сейчас его босс, это он. Здорово. А один из подручных упомянул ловушку для Соболь. Как ты думаешь, о чем он? Я думаю, что кучка старомодных бандитов не может смириться с уверенной, сильной женщиной. А, ну да. Прости, Пит, не хочу обидеть, но у меня дедлайн, так что... Да, конечно. Перезвоню. Нет, я не знаю, когда она появится. Нужно быть наготове. А вот и Тони. Думаю, нас маловато. Удвоить число. Ну тут вызывай X-Bus. Почему я должен твою работу делать? Как Человек-паук! За ним! Спалите его! А ну давай сюда! Слушай, паук, это баба особая. Скажи ей, что мой босс хочет с ней переговорить. Я бы сказал, но она меня не слушает. И не только меня. Дай мне его адрес. Стоп, откуда? Как?
Адрес! Калекский билдинг. На крыше. Стой! Это же наверняка засада! Соболь, ты попадешь в ловушку! Мне все равно, лишь бы там был Кувалда. Ты не понимаешь, я пытаюсь уберечь тебя от неприятностей. Я о себе позабочусь. Не в этот раз. Кувалда начал использовать флибомбасы проекта Олимп. Я знаю. Тогда ты в курсе, что он превратил себя в чудовище? В Кувалдштейна! Потому и надо его остановить. Если ты угодишь в ловушку, то ничего не выйдет. Соболь, что ты творишь? Западня, если бы ты только знала об этом заранее, да? Я справлюсь! Есть желание просто посмотреть со стороны, но это было бы мелочно. Ее поймали ее же техникой. Похоже, всю конструкцию питают генераторы. Ладно, как же мне ее вытащить? Уходи, пока я занимаюсь другими. Поняла? Не уходи! Закрой! Знаешь, ученые доказали, что обмен эмоциями серьезно снижает стресс и улучшает настроение. Ты бы могла оказать нам обоим услугу.
остался один. Готово. Ладно, пора выбираться. Нет. Если мы останемся тут, кувалда придет сам. А это не самая лучшая идея. Можно нам уже отсюда убраться? Увидимся в аду, жук. Два в одном. Ты жива? Ты правда думал, что я погибла? Как ты меня нашла? Так же, как и она. Берегись. У девушки проблемы с доверием. Как долго ты следила за мной? За нами? Достаточно, чтобы понять вашу ошибку. Кувалда стал слишком силен. Ты думаешь, у меня есть выбор? Вот. Стой. Что это? Все, что тебе нужно знать об этом жутком монстре. Прости за то, что было. Но теперь мы квиты. И еще одно. Его голова не такая крепкая, как кажется. Пока, Фелиция. Посмотрим, что тут. Если они заперли Соболь на этой базе, украденный гуманитарный груз наверняка находится на других. Надо сказать об этом Дэвиду. Алло. Эй, Дэвид, это Паук. Кажется, я нашел гуманитарный груз, предназначавшийся для Симкарии. Отлично. Можешь прислать мне адреса? Тут только есть проблемка. Он находится в укрепленных точках, охраняемых психопатами с новейшим оружием и непробиваемой броней. Да, действительно проблемка. Сперва разведаю эти точки сам и сообщу тебе. Спасибо, Человек-паук.
Я очень признателен за помощь. Созвонюсь с МЖ. Питер, ты в порядке? Я видела в сети фотографии с тобой, кувалдой, соболь и черной кошкой. Обычно она приносит неудачу, но не в этот раз. Я знала, что она еще жива. Что она там делала? Спасала мой зад и подсказала, где можно найти кувалду. Оказалось, он хранит всю награбленную технику под землей. Что? Как? Вот это я и выясню. Надеюсь, что и соболь спасу, если она жива. Слушай, я все раскапываю материалы по Симкарии. История будет большая, и я считаю, что должна поучаствовать. Босс согласен. Стоп, ты едешь в Симкарию? Когда? Сегодня. Там все развивается очень быстро. Вы, соболь, разберетесь с кувалдой? Я вам не нужна. То, что ты не нужна нам, не означает, что ты не нужна мне. Мила, послушай. Другие страны игнорируют этот кризис. И наша тоже. Люди одни, посреди войны, без всякой помощи. Если я пишу происходящее и донесу до остального мира, это может что-то изменить. Даже спасти жизни. Слова настоящей героини. Но меня беспокоит то, что ты отправляешься на войну. А ты в меня веришь? Ты же знаешь. Тогда хорошо. Поеду домой, соберу вещи. Позвоню тебе завтра, когда доберусь. Люблю тебя. И я тебя. Я уже по ней скучаю. Вход в логово должен быть где-то неподалеку. Ха, видно под землей. Пришло время любительской технологии. Ну и запах тут. Надеюсь, соболь еще не успела нанюхаться этих паров. И если я смогу... Что-то задело мою ногу. Ничего, порядок. Привет! Крутота какая. Ого, вы только посмотрите. Сколько ж работы нужно, чтобы этот город не развалился. Круто. Никогда не взгляну на чистую воду, как раньше. Но, пожалуй, поплыву по течению. Посмотрим, куда она ведет. Кажется, там кирпичи шатаются. Отлично. Ну, вперед. Люди кувалды. Они обосновались на заброшенной станции метро. Надо разобраться с ними, а потом поискать соболь. Эй, хочешь знать, о чем я подумал? Что здесь? Пора вздремнуть. Готов. Я оцениваю положение. Это сильно не понравилось. Вот поэтому я осторожно оцениваю положение. Понял? Еще боссу не понравится, если кто-то скажет, что умеет ремонтировать, и соврет. Ладно, тогда давай иди сюда и покажи класс. А я не говорил, что знаю, как починить. Тогда просто заткнись и не мешай. Это пи... Ты еще... Ты не очень наблюдателен. Штуки, чтобы раскопать еще. Идея хорошая.
тебя не напугал? Оп, ниндзя бы из меня не вышел. Вроде это все. Так, если я пойду вдоль кабелей, то наверняка найду, где они держат Соболь. Надо пойти вдоль кабелей. Кажется, они как-то присосались к электросети метро. Надеюсь, что этот вагон не держит всю станцию. Есть. А теперь пойду по желтому проводу. Надеюсь, там не будет львов, тигров или медведей. Черт, туннель загорожен. Но я, наверное, смогу протиснуться. Мешки для тел? Да уж, что-то не весело. Он умер внутри этой штуки, как и остальные. Кто это? Я не помню, как звали, вроде бы кузан Сэма. Хреново было? Не, просто выпал оттуда весь синий, видно, задохнулся там или вроде того. А ты подключил воздуховод, как я тебе сказал? Да, конечно. Ну, мне кажется. Куцу не понравилось. Человек-паук! Похоже, что здесь находится центр их операций. Ранцы Соболя. С удовольствием бы посмотрел, как парни кувалды пытаются полетать на них в первый раз. Нужно осмотреться и попробовать что-то узнать. Проект Олимп. Этим платформам нужно... Я же сказал, что я просто изготавливал эти штуки, не я их придумал. Значит, мы взяли не того парня. Зато теперь у нас есть первый подопытный субъект. Нет! Нет! Нет, не делайте этого! Прошу! Просто дайте мне время, я во всем разберусь! Вот так-то лучше, приятель. Представить не могу, как здесь работать. Все не по фэншую. Принадлежит Соболю? Да, но большая часть на экспорт. Что вы думаете, босс? Я думаю о том, как она захватила весь город всего за несколько дней. Тогда во время заварушки с дыханием дьявола? Да, дико это было. Не так уж дико, когда есть инструменты. Ну, у нас есть эти штуки-копалки. Недостаточно. Если нам нужно лучшее, то нам нужна она. Ага, ясно. И как мы это сделаем? Продолжайте у нее воровать.
Она сама придет. XRT-89. Подземная бронемашина пехоты. Вот как она называется? Уж лучше ковырятель. Ни следа, Соболь. А эти мешки мне совершенно не хочется проверять. Ого! Если Кувалда заполучит эту штуковину, нам не поздоровится. Та стерва меня чуть не убила! А ты говорил, что я буду неуязвим! Я сказал, почти неуязвим. Как-никак, вы все еще человек. Тогда поработай над этим. Я не уверен, что понял вас. Все ты понял. Займись делом. Соболь, кажется, она близко. Вот. Есть лишь один путь наружу. Высокое напряжение, источные воды. Что может пойти не так? Если я что и понял об этом притоне, то только то, что Кувалде нужно меньше громил с пушками и больше инспекторов по охране труда. Вы только заколачиваете гвозди в крышку своего гроба! А ты боевая. Мне нравится. Вы от меня ничего не получите. Получим. Это вопрос... Ты пришел за мной. Зачем? Потому что ты мне нужна. Я одиночка. И я так раньше говорил. Я знаю, что происходит в Симкарии и почему это для тебя так важно. Ничего ты не знаешь. Тебе только кажется. Чем я могу заслужить твое доверие? Слушай, я думаю, что знаю, как одолеть его, но один не справлюсь. Черт, она на свободе! Ну, план такой. Я... Отлично. Наверху! Что за черт? Никого, ладно? Полите его! Ничего не так получится! Вот так! Хотя бы раз ты за меня. Заткнись и дери! Ну вот над манерами тебе бы поработать. Это было круто! Дай пять.
Ты можешь победить кувалду, так? Эй, я же сказал, дай 5. Здесь есть медицинские записи. В основном опластение у него в голове. Черная сталь. Очень твердая, очень уязвима к... Нагрел! У меня идея. Я клянусь исполнить все, что ты решишь мне поручить. Я позвоню. Ай! Но... Да! Думаю, надо заняться другими делами, пока жду звонка Соболь. Эй, а это что? Что это за желтая штука? Это типа уличное искусство такое? Полицейский рапорт. Здесь кого-то убили во время ограбления, но ничего не украли. И еще магнитофон. Значит, у вас некий стресс в связи с работой. Вы пришли по адресу. Это моя специальность. Так мне сказали. Пожалуйста, расскажите подробнее о своих ощущениях. Ну, можно сказать, что я сам на себя давлю. Я хочу быть лучшим. И у меня очень требовательный босс. А что у вас за работа? Это ведь разговор только между нами, да? Конечно. Хорошо. Потому что если нет, то вы уже покойник. Здесь написано «одна из 9». Видимо, в городе есть и другие. Здесь еще есть список координат. Люблю охоту за сокровищами, но что-то мне подсказывает, что сундуков с золотом по этим адресам не будет.